Ой, здравствуйте. У меня еще есть такие часы. Еще есть? Да. Какие? Хочешь, пойдем там. А, сейчас, а то я видео снимаю как раз. Сейчас, минутку, хорошо? Я минутку. Так, ребята, ну что, сейчас на базаре, на барахолочке. Шныряют опера. То, что я вам и говорил, ищут украинские ордена. Вот, ситуация такая. Ходят, видно, квартирные кражи, грабежи. Вот, поэтому вот так вот. Будьте бдительны, ребят. Предупредил, что могут лупануть. Ну, по гражданке ходят без ксив, но с удостоверениями. Ну, с удостоверениями орденов этих Украины. То есть Украину не покупайте вообще ордена. Я почему не покупаю? Потому что они номерные. И помните, я вам все время говорю, ребята, не покупайте ордена. Тем более Украину. Украину вообще нельзя покупать. Лупасят, мама, не горюй. Вот вам такое предупреждение. Пошла, масонка.